Ну что ж, друзья, всем привет. Настало утро 2 декабря. Дождь, скорее всего, лупил всю ночь. И земля вся мокрая. Но я не отступил от начатого. Уж очень хочется мне залезть на эту гору, которой я вчера не залез. И вот сейчас продвигаюсь, пытаюсь продвигаться. Обувь, конечно, я одел обычные чешки. И вот такие вот у меня на пути преграды. Но я думаю, это не сильно большие проблемы. Можно эти лужи и обходить, сильно не намокнув. Вот такие кактусы под ногами. Утро замечательное. Сейчас я остановлюсь, сниму. Не знаю. Вот в таких вот горах утопает вот этот вот город. Очень красиво. А я направляюсь, не знаю, правильно нет, по Maps.me. Вот по такой вот горной дороге. Посмотрим, куда это меня приведет. Такое вот хвойное дерево. На пути, в принципе, не таких уж и маленьких размеров. И корень. Они, видать, здесь что-то рыли. И обошли корень. Не знаю, дерево сохранить. Или что. Вот так вот. Снесли маленько сопку. И обошли дерево. Тут внизу. Теплиц много, сельское хозяйство. Такое прекрасное утро 2 декабря. Очень погодка хорошая, чтобы поработать, по-настоящему поработать, как оно должно быть. Работа заключается пройтись пешком, погулять, подышать вот этим вот хвойным воздухом. Подняться в горы. Вот она, моя работа на сегодня. Вот такая кайфовая дорожка. Пацаны ведет на гору. Не сильно подъем резкий. Потихонечку, не спеша продвигаюсь. Сильно не... Без всякого напряга. Полезная, так сказать, утренняя прогулка. Ну как утренняя, скоро уже обед. Водничка здесь прошвырнуться. Кайфец еще тот. Блин, какие офигенные горы, а. И погода сопутствует все это. Даже не сказать, что ночью был ливень. Пасека на пути. Вот такая вот хвойная дорожка. Блин, классно здесь. Не зря я пошел вчера. Ага, вот другая есть. Вниз пошла. Ну, вчера реально там было непроходимые дебри. А обходить уже было поздно по темнарям. Сегодня время самое то. Для таких офигенных прогулок. Блин, классная дорога. Вообще без напряга. Вот она, пасека. Остается топать примерно километр по Maps.me. А у меня открывается уже вот такой пейзаж. Вот уже море. Волны слышно отсюда, как разбиваются. Иду я по такой дороге. Да, классный денечек, ничего не сказать. Офигенный здесь, конечно, климат. Свернул я вот на такую вот лесную дорожку. Конечно, она похуже той, но идти все равно можно. Не знаю, она пошла чуть-чуть на снижение.
Правильно ли я иду, я не уверен. Ну ладно, посмотрим. Почему-то она пошла снижаться. Вот так вот полетел самолет. Куда-то повез туристов. А я дошел вот до такой вот полянки. Ах ты. Ага. Вау, так, спуститься туда можно. Так, что здесь? А, вот она, банановая плантация внизу. Вон резервуары с водой. Вот гора. Вот с той стороны снизу я пытался вчера сюда попасть. А вон там был человек. Сейчас мы там везде все облазим. Все, я дошел. Все-таки я теперь сверху. А вчера был вон там вот на той дорожке внизу. Да, классный вид. Море какое красивое сверху. Да, красота. Сейчас можно подняться еще выше. Вот такая есть дорожка. Ну как дорожка. Я думаю, лишь бы тут змей, скорпионов каких-нибудь не было. Пойдем аккуратно. Вполне вероятно, что они тут могут быть. А я оделся сегодня по погоде в шортах. Хе. Ну ничего. Будем надеяться, что меня никто не укусит. И я долезу вон до той красоты. Да, красивое море сегодня. Так. Опа. У нас завид откроется вот с этого края. Да, красотища. Шум прибоя вообще классный. Там внизу еще какие-то древние развалины. То ли греческие, то ли римские. Я оделся еще в шорты. Не знаю, долезу я до них, нет. Но я постараюсь, потому что колючки такие серьезные. Фух, о, красотища, вау. А там дальше-то. Да, круто. Очень круто здесь. Внизу автодомики стоят. Народ чилит под этой горой. Камни тут прикольные. Все вот с такими вот полостями. Все продуло их, что ли, вот так вот с соляными ветрами. Все они полые, как соты. Вот так вот. Спустился я немножко пониже. Хочу подойти к обрыву, к которому я вчера подходил снизу, смотрел наверх. Интересно. Так, что тут у нас открывается? Вау! Ух ты! Круто. Ух ты, какая высота. Вообще шикардос. Блин, друзья, здесь просто офигенно. Вид отсюда шикарнейший. Ух, аж дух захватывает. Класс. Да, крутое место. Здесь однозначно можно поставить палатку и переночевать. Я думаю, можно подыскать для этого местечко. Блин, ну место крутейшее.
А если вот так вот еще присесть, вау, 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 ух, да, очень круто, офигенно круто, да, друзья, оно стоило того, однозначно. Сейчас, находясь вот на такой вот высоте, ух, это очень круто, это очень офигенно, ух, аж дух захватывает, да, оно стоило того, всем советую. Офигеть, да, крутяк. Друзья, вот там развалины за этими деревьями, не могу я к ним никак подобраться. Колючки, я в шортах сегодня, но я думаю, обязательно туда прорвусь, одену штаны, одену свои турецкие тренинговые ботинки, которые на Афоне, хоть и натерли мне все ноги, но они, по крайней мере, дошли и не подвели. Ну что ж, друзья, очередная высота взята. Сегодня я хорошо поработал до обеда. Результат налицо моего труда. Я думаю, теперь можно идти и, может быть, пробраться еще куда-нибудь здесь, а может уже идти и пообедать и отдыхать. Ладно, всем привет, путешествуйте, освобождайтесь, наслаждайтесь жизнью. Пока!